О кастинге я узнал, когда несколько моих друзей мне скинули в социальную сеть, вот попробуйся на мистера Икс. Я такой думаю, ну, почему бы нет? Меня зовут Андрей Апольский, мне 34 года. Когда я приехал в Москву, именно уже когда меня пригласили в театр, ну, у меня такой характер, что мне поначалу всегда немножечко некомфортно в новой среде. Но здесь я ощутил такой немножко дух студенчества, наверное, потому что очень много молодежи прям вот, как будто бы студенты прямо, и мне стало комфортно довольно-таки. Как будто я опять попал в свои студенческие годы ГИТИСа. Ах, как трудно начать с нуля. Кастинг. То есть я серьезно готовился, и, может быть, даже это к лучшему было, но в итоге довольно успешно все, и даже, может быть, как-то так легко получилось, не знаю. Наверное, потому что очень доброжелательные были люди. Михаил Ефимович сразу же как-то так хорошо ко мне отнесся, и было приятно. Было приятно, да. Кто нам подскажет, идем мы верным путем мы, или дорогой потей? Все репетиции очень забавные. Постоянно какие-то шутки. Бывает, что какие-то слова переделываются целые фразы. И ты потом думаешь, ребят, только, пожалуйста, не спойте мне это во время спектакля, иначе я просто раскалюсь. Так что полно. Роль мистера Икса, ну, мне на самом деле ребята, ну, не только ребята, ну, многие говорят, ну, это что-то, не знаю, роль судьбы какой-то, потому что она меня постоянно преследует. Хотя изначально я мистера Икса, ну, как бы не воспринимал всерьез, потому что, ну, во-первых, это герой оперетты, и в то время, когда я в первый раз об этой роли услышал, о том, что существует такой персонаж, я даже не думал, что когда-то буду петь это или... слишком мне казался он такой страдающий. Но со временем я понял его, наверное, как-то. И стало полегче. И интересно стало. Часы бегут. Ой, что-то... Нет, смотри, у тебя медленно, со мной. Мы вступаем. Готов. И все, как бы просто до трех дождись. А, три. Часы бегут, готов на выход я. Часы бегут, готов на выход я. Дорогие друзья, моя премьера состоится 16 февраля. Приходите, я буду очень рад всех видеть и... буду надеяться на вашу поддержку. Всегда быть в маске.